приятно, что удается держать слово. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но в прошлом году встречался с ребятами, со студентами, которые живут в нашем тут городке. На вопрос, чего бы вам для счастья хотелось, сказали, вот не хватает зала для занятий. Есть предложение осваивать новую технику, желательно не ломать быстро, вот, не травмировать здоровье, ну и от удовольствия получать, от процесса получить удовольствие. Открываем. Вот теперь ура. Пошли посмотрим. Я уже узнала, с какого числа можно прийти заниматься. Уже спросила, какое будет расписание. Поэтому я думаю, что я буду сюда очень часто заглядывать. И спасибо нашему руководству. Можно ходить, заниматься свободно. Уже попробовал на некоторых тренажерах позаниматься, все нравится. Но хотелось бы еще где-нибудь перекладину добавить тут.